Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию. Головой цепляют потолок. Российские знаменитости ростом выше 190 сантиметров и даже выше 2 метров. Расскажем о высоких актерах российского кинематографа, которых сравнивают с Гулливером. Алексей Макаров. У сына Любови Полищук и Валерия Макарова, Алексея Макарова, рост составляет 191 сантиметр. Этот актер был несколько раз женат, в том числе и на известной актрисе Марии Мироновой. Также у него есть дочь Варвара от актрисы Виктории Богатыревой. Макаров прославился многими кинопроектами. Одним из самых популярных фильмов с его участием – это картина «Ворошиловский стрелок». Станислав Дужников. Звезда сериала «Воронины», «Каменская». Станислав Дужников активно продолжает работать в кино. Он был женат, у него есть дочь. Сейчас он находится в отношениях. Рост этого актера составляет 192 сантиметра. Максим Виторган. Бывший муж Ксении Собчак, а также известный актер, прославившийся небольшими ролями в кинопроектах «День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины». Максим Виторган продолжает строить свою карьеру и личную жизнь, а его рост составляет 194 сантиметра. Дмитрий Дюжев. Актер прославился образом космоса в известном сериале «Бригада». Кроме того, он поет и продолжает играть в театре и в кино. Дмитрий Дюжев женат и воспитывает супругой 2 сыновей. Рост Дмитрия богатырский и составляет 195 сантиметров. Данила Дунаев. Российский актер и преподаватель по актерскому мастерству. Одной из его самых известных ролей является образ доктора Базанова в сериале «Тест на беременность». Данила не был женат, но у него есть 3 внебрачных детей. А вот рост актера составляет ровно 2 метра. Дмитрий Щербина. Звезда сериала «Две судьбы» и кинофильма «Барышня-крестьянка» Дмитрий Щербина обладает огромным ростом, а именно 206 сантиметров. Известно, что Дмитрий продолжает сниматься в кино. Он был несколько раз женат, и у него есть 3 дочери. Андрей Свиридов. Гена из комедийных сериалов «Универ» и «Саша, Таня». Андрей Свиридов на данный момент, наверное, самый высокий актер. У него гигантский рост. Рост составляет 212 сантиметров. Он собирался стать баскетболистом, но травма остановила его карьеру. На сегодняшний день Андрей продолжает работать в кино. Известно, что он был женат, но сейчас находится в разводе. Пишите свое мнение в комментариях, а каких вы еще актеров знаете с таким высоким ростом? Пишите, будет очень интересно узнать ваше мнение, и, может быть, ваши высокие артисты войдут в следующий рейтинг. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока!